show us what you're worth. But you ain't worth much. Leave these hoes in pure dust. Getting curved sucks. Living with no purpose. Good things rarely come around. Popping pills, sipping brown, just the numbers down. This that mama never loved to sound. We fresh up out that underground. Ну и что, чуваки, я представляю вам канал Гиллиана. Этот чувак просто псих. Он задонатил мне на рекламу так много денег, что я просто не могу вам не посоветовать его канал. А еще и у него канал прикольный, чуваки. Он задонатил 350 рублей на секундочку. Реклама на моем канале самая дорогая, стоит 100. Собственно, чувак, я не понимаю, зачем ты столько закинул денег, но за это тебе огромное спасибо. Собственно, его канал очень даже интересный, и тем, кто любит игру под названием Undertale, он вам 100% понравится. И, между прочим, этот чувак играет в новую игру под названием The Long Dark. Это очень топовая игра, я вам советую посмотреть его ролики по этой игре. Чувак прикольный, у него не школьный голос, и давайте добьем ему за сегодня, ну или, короче, давайте просто сделаем ему 20 или 30 подписчиков. Просто вот сейчас перейдите на его канал, поставьте ему лайк под последний ролик, посмотрите его и подпишитесь. Я зайду проверю. Не будет 30 подписчиков через 2 дня, я влог не выложу и лицо не покажу. Поэтому все, чуваки, все в ваших интересах. Просто подпишитесь на его канал, поддержите парня, поставьте лайк под последний ролик. И под последним роликом пишите «Мы от Дэн Лайта». Вот все. Давайте сделаем ему актив под последним роликом. У него сейчас там 9 просмотров, сделаем ему 30 или 40. Вам не сложно, просто перейти. А то влога с лицом не будет. Ну, типа... Это хорошая мотивация, чуваки. А, да. И еще все, кто напишет ему под последним роликом «Мы от Дэн Лайта», я всем передам спасибо. Да, прямо под его роликом в комментах спасибо напишу. Да, и смайлик прикольный отправлю. Ну что ж, чуваки, обязательно подпишитесь на его канал. Он снимает офигительные игры. И главное, в хорошем качестве. А главное, ролики выходят не как у меня, а каждый день. Каждый день, Карл. Каждый. Просто смотрите его, когда не смотрите меня. Все, чуваки. А мы переходим к топу. Правда, я снимаю это, когда уже закончил топ. Ну, мы переходим к топу. Ну и что ж, всем привет, чуваки, с вами снова я, Дэн. И это уже какой-то у нас топ по счету, я не помню, честно говоря. Это у нас топ 10 игр для слабых ПК. Перед тем, как начать данный топ, я хочу извиниться и одновременно поблагодарить. Извиниться за то, что так долго не было топов. Извините уж меня, пожалуйста, я все-таки школьник и отрицать этого не буду. У меня началась учеба, но я на нее не хожу. Так вот. Собственно, я школьник, и у меня началась учеба, поэтому я на нее не хожу. А хорошая новость — это спасибо вам за 2000 подписчиков. Да, я знаю, что их уже почти 200, но все же, спасибо за 2000 подписчиков, вы лучшие. Для меня это огромная цифра. Ну и что, чуваки, кто знает, кто не знает, у меня там типа через 2 дня день рождения, ну, можете поздравить меня, мне будет приятно. Короче, 9 числа у меня день рождения, можете поздравить, да. Собственно, как вы знаете, скоро будет влог. Но не скоро, в октябре. В октябре выйдет влог, где я покажу лицо, однако те, кто следят за моей страницей ВКонтакте, 13 сентября могут увидеть трансляцию, на которой я спалю лицо. Это не будет видео на канал, так как мой канал все-таки посвящен топам, и только выйдут 3 влога. Собственно, не буду вас больше задерживать, извините за то, что так долго не было топов. Все чуваки, которые ждали мои топы, ставьте лайки, пишите плюс в комментарии, а мы начинаем, погнали. Ну и что ж, чуваки, я много вижу в комментариях такие... Типа слова, что «Чувак, у меня очень слабый комп, и некоторые игры мне тупо не идут на моем ПК». Ну что ж, чувак, если ты сейчас сидишь за своим очень слабым компьютером, который не может запустить даже какую-нибудь пиксельную игру или, не знаю, Doom первую часть, которая состоит из пикселей, я вам советую поиграть в данную игрушку. Игра называется Star Wars Knights of the Old Republic. Игра вышла в 2003 году и представляет собой шутер. Да, она пойдет на очень слабые компы. Собственно, в данной игре вы будете играть либо же за ситхов, либо же за джедаев. События данной игры производятся во вселенных Звездных войн, лол, да. И, собственно, в этой игре будет противостояние ситхов и джедаев, да. И ваши действия определят исход колоссальной галактической битвы, да. И вы можете, типа, стать джедаем, а можете не стать джедаем. Собственно, сюжетная линия прикольная, интересная. И я больше ничего не могу сказать про эту игру, игра очень интересная, топовая, пойдет на слабый ПК, по графике ничего топового не ждите, ну типа 2003 год, слабый ПК, наслаждайтесь сюжетной линией, а мы переходим к 9 месту. Ну и что ж, дорогие друзья, многие ребята говорят мне, что в моих играх присутствуют игры для не совсем слабых компов, эта игра одна из
тех. Но в эту игру стоит поиграть, даже если она у вас не пойдет на максимальных настройках или же на средних. Просто ставьте все на минимум, и она у вас 100% пойдет. Данная игра называется Deadlight. Вышла она в 2012 году. И представляет собой, между прочим, очень интересную смесь игр. Действие игры происходит, между прочим, в альтернативной реальности в 80-х годах прошлого века. Именно в этих годах были популярны такие культовые фильмы, как «Рэмбо», «Первая кровь» и «День мертвецов». Разработчики данной игры решили сделать солянку и совместили в этой игре все из этих фильмов. Вы будете играть за одинокого волка, ну, в смысле, не в прямом смысле вы будете волком, вы будете играть за одинокого бойца, которому надо будет выжить во враждебном мире, который заполнен всякими зомби-мутантами, зомби-маньяками. То есть это не просто тупые зомби из Dead Island или из Dying Light, которых можно просто сталкивать 50 раз ногой с дома. Это зомби более поумнее. То есть у них есть интеллект, так как они зомби-маньяки. Собственно, чуваки, я думаю, вам понравится поиграть в данную игрушку. Она очень интересная и, между прочим, очень даже оригинальная. Мне она очень понравилась, когда я ее тестил на своем ноуте. Я все тещу на своем ноуте. Хватит писать в комментариях, что она не идет на ваших ноутах. Я все тещу на очень слабом ноуте. Переходим к следующему месту. Ну и что ж, чуваки, на следующем месте у нас очень спорная игра, но и в то же время интересная. Это у нас прототип, первая часть. В данной игре вы будете играть за чувака, которого при каком-то эксперименте превратили не просто в человека, а в человека, который машина для убийства. Но проблема в том, что он не просто стал машиной для убийства. Ему еще отшибла память, он не помнит, кто я, где я и, собственно, кто мои близкие. Вам надо будет найти ответы на это все, а перед тем, как вы будете искать все эти ответы, вам надо будет просто рубать всех ваших противников в мясо. Игра, в принципе, достойна оценки 18+, но, по-моему, у нее ее нету. Игра пойдет на слабые компы на минимальных настройках, да, чуваки. Эта игра стоит того, она очень интересная, я думаю, никто из моих зрителей не скажет, что я ее не знаю. Это довольно-таки культовая игра, и я думаю, все в нее играли. Поэтому, чуваки, те, кто ее не знает, обязательно скачайте, поиграйте, вам должно понравиться. А, ну и кому-то еще было важно, это игра от третьего лица. Да. Это экшн-шутер. Погнали к следующему месту, пацаны. Ну и что ж, дорогие друзья, я думаю, все знакомы с прекрасной серией игр, в кавычках, под названием Fear. Я думаю, многие сейчас напишут в комментариях, да ты чё, чувак, это топовая игра, конечно, я с вами согласен, но я просто не люблю хоррор-игры. Это у нас хоррор-шутер, что может быть лучше, ёб твою. Ну и что ж, чуваки, это совмещение всех моих нелюбимых жанров. Я люблю шутер, но я не люблю хоррор. Собственно, данная игра будет представлять собой игрушку, где вы в роли спецназовцев будете... По-моему, что-то штурмовать или нет. Ну, собственно, вам надо будет бороться не просто с чуваками, которые сделаны из плоти и крови, которых можно расстрелять, зарезать, столкнуть, убить, задушить. В общем, все, что нормальные люди делают со своими противниками. Вы будете играть против тупой девочки, призраков. Ну, короче, вы именно те люди, которые взяли оружие на охоту против призраков. Ну, конечно, пацаны, правильно, давайте возьмем пушки и будем стрелять в призраков. Ну, в общем-то, игра очень даже страшная, вышла она в 2005 году, пойдет на очень слабые компы. И это прикольный шутер для своего времени, он сделан реально крипово, и даже атмосфера игры уже накаляет. Понимаете, я зашел в игру чекнуть, а мне через 5 минут страшно стало, хотя я не словил ни одного скримера, не увидел ни одной страшной девочки или что-то типа того. Я просто боялся из-за атмосферы, все тихо. Все, блин, темное, везде какие-то звуки. Ну, всем, кто нравится, кому нравятся психологические хорроры, милости просим, через 5 минут уже кучку наложите. Погнали к следующему месту. Ну и что ж, дорогие друзья, эта игра у нас называется The Punisher. Ну, я думаю, никто ничего не понял сейчас. Ну, давайте по-русски. Это называется игра Каратель. Я думаю, многие знакомы с таким персонажем из... киновселенной Марвел, хотя, по-моему, в киновселенную он не появлялся. Ну, короче, это Марвел. Его зовут Каратель, и, собственно, его зовут, ну, в реальной жизни, Фрэнк Кастла. Жизнь нашего главного героя очень круто изменилась, когда убили всю его семью. И, собственно, в его душе теперь нету ничего человечного, он просто всем, короче, убивает, мстит. Ну и все, это же стандартно, он просто всех убивает, всем мстит. Ну, в принципе, чуваки, графон очень годный, мне графон нравится. Вышла игра в 2005 году и может похвастаться реально годной графикой, физикой, стрельбой. Мне реально было приятно вот эти 5-10 минут играть в нее, чтобы сказать вам. Идет она на очень слабые компы, и когда вы заходите в настройки, вы можете все поставить на фул, типа даже на самом ведре лагать не будет. Ну и что ж, чуваки, больше я ничего не могу сказать. Игра интересная, прикольная, поиграть, я думаю, стоит, но это 18+. Спросите у мамы разрешение. Ну, короче, можете не спрашивать, в принципе.
Ну и что, следующая игра у нас называется Blackfire, вышла она в 2013 году, однако пойдет на слабые компы. Да, чуваки. Ну, не совсем слабые, но пойдет, короче, собственно говоря. Данная игра представляет собой бесплатный шутер на движке Unreal Engine. И вам предстоит стать частью футуристического будущего. Это шутер, это футуристический шутер. Вы будете сражаться против корпорации Nano Systems, которая создала беспощадный по своей природе вирус. Собственно, это очень интересный шутер, а главное, он бесплатный, чуваки. Да. Не знаю, честно говоря, чекните, если есть, но, возможно, он есть в Стиме. Если есть в Стиме, то советую лучше скачать в Стиме, но все-таки ссылочку на торрент я оставлю, потому что многие в Стиме не зареганы, или у них просто нету Steam-аккаунта. Поэтому ссылочка на торрент есть, чуваки, обязательно скачивайте. Игра прикольная, годная, по графону тоже неплохая, но... А мы переходим к следующему месту. Ну что ж, чуваки, а вы знаете, что может быть лучше Battlefield или же Call of Duty? Это старый добрый Medal of Honor. Я думаю, все в детстве играли в старые версии Medal of Honor, где надо было бегать по Германии, отстреливать германцев, блин, фашистов точнее. Но, собственно, эта игра не про это. Данная игра называется Medal of Honor Pacific Assault. Я не знаю, мой английский very best, собственно. Игра пойдет на слабые компы, вышла она в 2004 году и представляет собой шутер, лол, да. Собственно, действие игры происходит на военной морской базе США. США, вот это когда не снимал долго ролики. На военно-морской базе США на Гавайских островах во время Второй мировой войны. Собственно, ну что сказать по сюжету? Вторая мировая война, чуваки, это на то время самая популярная тема для создания шутеров. Игра интересная, атмосферная, и в принципе я вам советую в нее поиграть, она стоит того. Обязательно скачайте, попробуйте, и как раз напишите в комментариях, кто хоть раз играл в какую-нибудь из игр серии Medal of Honor. Погнали к следующему месту. Ну и что ж, чуваки, на следующем месте у нас игра под названием Freedom Fighters. Данная игрушка вышла в 2003 году, это довольно-таки старая игрушка, пойдет на слабые компы. По графике, да относительно неплохо для 2003 года, могу сказать только это. В 1945 году Советский Союз победоносно завершил Вторую мировую войну, сбросив на Берлин атомную бомбу. Уже к 1953 году под коммунистической пятой оказалась вся Европа. Собственно, чуваки, я читать дальше не буду, тут что-то наподобие, что было против, после, точнее, Второй мировой войны. Это у нас шутер от третьего лица, шутер довольно годный, интересный, неплохая физика, неплохая стрельба из оружия, стрелять довольно-таки приятно. Ну, я думаю, вам поиграть в нее обязательно стоит, так как это игра для слабых ПК, а их становится все меньше, при том, что я снял 2 топа 50. Поэтому, чуваки, обязательно поиграйте, попробуйте и... Сколько раз повторяюсь, пишите в комментариях, как вам игра. Ну, кто играл, или кто уже поиграл, тоже пишите, мне интересно. Я все комментарии читаю, и многие я лайкаю. А так как я еще и все в ролик добавляю, то это вообще достойно лайка. Погнали, пацаны, дальше. Ну и что, чуваки, вы знаете такого ютубера Мармока, и вы, возможно, видели на его канале баги, приколы, фейли по игре в Wolfenstein New Order. Да, это у нас не эта игра, это немного более ее старый собрат, это просто Wolfenstein, который вышел в 2009 году. Это шутер от третьего лица и от первого тоже, блин, я сказал от третьего, он как бы от первого. Действие игры будет происходить во время... Господи, это уже третья игра, где действие игры происходит во время Второй мировой войны. Но все события, выдуманным игрокам, предстоит играть за... Вы будете играть, короче, за агента, чье имя я не могу прочитать. Играя за агента, вам придется сражаться с солдатами, потусторонними существами и монстрами. Да, самый прикол Вольфенштейна. Вы вроде бы играете во время Второй мировой войны, однако вам придется убивать не только солдатов, людей, состоящих из крови и плоти. Вам надо будет убивать еще и монстров. Это на самом деле круто, это какое-то разнообразие. Знаете, много есть игр по Второй мировой войне, однако только Wolfenstein пока что славится тем, что в нем не только ты убиваешь нацистов или что-то наподобие, ты убиваешь еще и монстров. Это круто, вот это реальный плюсик. Обязательно поиграйте в данную игру, она пойдет на слабые компы, а еще она очень атмосферная и у нее прикольная сюжетная линия. Это я вам говорю, я вот уверен на 100% в своих словах. Мы переходим к последнему месту нашего топ-10 игр для слабых ПК. На следующем месте у нас игра под названием Mount Blade Эпоха Турниров. Это та игра, про которую я не могу ничего рассказать. У нее тупо нет описания. А скачивать мне ее лень. Ну типа да. Типа вот я сижу, у меня последняя игра, что я буду скачивать. Собственно, скажу вам только одно. Эта игра пойдет на слабый ПК, а дальше вы уже, пожалуйста, скачивайте сами. У вас сейчас на экранах есть геймплей, и вы можете по этому геймплею посмотреть, собственно, про что эта игра и что она из себя представляет. Я даже подожду 10 секунд, вы просто посмотрите геймплей под музычку.
посмотрели? Ну, если посмотрели, короче, даже если не посмотрели, сэр, чуваки. Да, это у нас последняя игра этого топа, а мы переходим к прощанию. Йоу, погнали. Ну и что ж, чуваки, вот и закончился очередной топ 10 игр для слабых ПК. Между прочим, лайк, если заметили то, что это первый топ 10 игр для слабых ПК на моем канале. Просто до этого были только топы 50 и топы 5. Почему топ 10? Наверное, потому что довольно-таки круглое число на моем канале, и топом 5 я бы просто не отделался. Повторюсь, ожидайте вскоре влог. Влог будет интересный, прикольный, и он будет состоять из трех частей. И чтобы посмотреть, например, вторую часть, вам надо будет набрать определенное количество лайков под роликом. Но это будет небольшое количество лайков, и я думаю, вы их на изи наберете. Ну что ж, чуваки, извините за такое долгое отсутствие. Возможно, ролики будут выходить не так часто, как раньше, потому что, ну вы понимаете, школа, на которую я не хожу, она меня отвлекает. Поэтому, чуваки, я всем желаю приятных выходных. А вы-то не на выход... А, лол, вы-то в школу ходите, ну ладно. Всем хорошей учебы, чуваки. Хорошего вечера. Приятные игры в те игры, которые я вам посоветовал. Пока, бро.